А в книге «Мудрости Перуна» сказано: «На семь кругов жизни окутает тьма земли родов расы великой». Круг жизни – 144 года. Семь кругов – 1008 лет. Крещение было в 988. И говорят, а когда же начнется восхождение солнца, рассвет? Я говорю, в лето 7520-е, 2012 год. И под это дело, вот и календарь Майя в 2012 заканчивается, и 300 календарей Индии в 2012 году заканчиваются. Дальше просто нет ничего. И уже начали придумывать, сейчас всех пугают, вот конец света, все погибнут. А Перуна четко сказано: и наступит конец света для темных личностей, и конец тьмы для светлых. Поэтому, кто что заслужил, тот это и получит. В древности люди жили по ведам, и, соответственно, они соблюдали все традиции, и, соответственно, жили счастливо и долго. Но пришло время, когда начали веды отвергаться, начали искажаться. И вот это вот искажение, затем фальсификация, а затем и отрицание полное, они как раз и явились тем барьером, который в настоящее время не позволяет многим людям вернуться к древнему знанию. Нужен и будет определенный период становления, так сказать, и общества, изменения его состояния, миропонятия людей, с таким расчетом, чтобы на определенном этапе выйти на тот уровень, который был в глубокой древности. Сейчас этот цикл темный, я так его назову, он завершается. Вопрос возрождения неизбежен. И он идет, и люди все больше и больше включаются в изучение древнего знания. И в то же время начинают все больше соблюдать традиции, уклад жизни устанавливать такой, какой был в древности. Конечно, это дается достаточно тяжело, но тем не менее, это все уже явление времени, потому что время наступает наше, славянское. Слава роду нашему! Слава роду! Слава родной земле нашей! Слава родной земле нашей! Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Мы живем на отцовской земле,